Можно ли превратить такие небольшие города, как Сыктывкар, в комфортные для жизни города? Послушайте, Сыктывкар очень уютный и хороший город. И какое-то время назад он был достаточно чистым. Сейчас, на мой взгляд, у меня этот опыт есть, есть некоторая проблема по уборке улиц, есть проблема по освещению улиц, это бросается в глаза. Это то, что, в принципе, мэр не только может, но и обязан сделать. Потому что минусы по уборке, они видны всем. То есть сразу ты прилетаешь, ты сразу это видишь по центру города. Вот. Хочу сказать, это очень серьезная вещь для всех. Ситуация снаружи всегда выглядит совершенно иначе, чем она выглядит изнутри. Мэры на сегодняшний день должность абсолютно расстрельная. У Сыктывкара бюджет 9 миллиардов, но это очень маленький бюджет. Это очень маленький бюджет. И к тому, что сейчас Олег говорил, действительно огромная часть денег, я думаю, что у Сыктывкара, хотя это столичный город, это столица Коми, у Сыктывкара остается, скажем так, наверное, шестая, в лучшем случае. Ой-ой-ой, как все запущено. Я думал, там шестая, там пятая часть. В Екатеринбурге шестая часть заработанных денег, в Сыктывкаре еще меньше. Это еще раз в копилку вот этой несправедливости, то, что вызывает негодование, то, что вызывает отторжение. Вот. А вообще город очень удачный во многих отношениях и очень мощный университет. И я просто сталкивался с вашим университетом, очень хорошие музеи, причем так в центре еще сосредоточены, этнографически один из лучших в стране. Я люблю Сыктывкар, это хороший город.